Бонька всегда говорит, что у нее все свое. И вот ее решила подколоть бывшая жена Павла Мамаева. Вот, и она ей сказала, главное врать, что все свое. Потому что Бонька всегда врет, что у нее все свое. И вот она показала с кабинета хирурга, как ей сделали операцию. Я уже ранее снимала ролик. Дури в голове у этих медийных людей, тараканов полно. И вот эта операция обходится Боньке в 19 миллионов долларов. Вместо того, чтобы заняться благотворительностью, эти черти решили перекроить свое, как говорится, лицо. Боятся постареть. Куда вы с вашим, как говорится, с вашей дурью? Вместо того, чтобы благотворительностью заниматься, у людей проблемы, а этим перекроить физиономию надо. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. Это, как говорят, баба-яга без грима, а теперь будет баба-яга с гримом. После операции будет баба-яга с гримом.